Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на стриме Один Холиплей. Седьмой серый боник, здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня у нас новая серичка по Амазингу. И как я обещал в предыдущей серии, я сегодня создам фаму. Тут, видите, домики, кстати, стоят. Смотрите, сколько домов, похоже, здесь стоит. Элитные стоят и обычные дома. Ну, прикольно, чё, прикольно. Какой-то гелик у нас тут едет. Ну чё, прикольно, вон еще дом по ходу стоит. Вот еще много, видите, сколько домов по ходу стоит. Поэтому, я думаю, довольно-таки прикольно. Ну ладно, поехали, короче, в, получается, мэрию. И там создадим уже свою фаму. Кстати, кто не знает, почему я стримы делаю, пацаны, у меня страйк на 3 месяца по стрима. Я не могу стримить 3 месяца, то есть я смогу стримить, пацаны, только 13 августа. Потому что 12 августа у меня снимается только страйк. Поэтому вот такие вот дела. Наверное, поехали в... А, у нас только наша администрация, я забыл. Точно, в Батырево только. Поэтому едем в Батырево. И там будем создавать фаму. Вроде бы 500 тысяч же стоит фаму создать. Но мы не будем создать, мы Блять, как она? Основал семью, короче. Будем основать семью свою. Основать свою семью, короче, будем, да. И буду я здесь наборы, пацаны, делать. Вот же Анашана, пацаны, если что, приходите, я вас там буду принимать. Ну, я буду объявы кидать, вы там увидите, приезжайте, я вас сразу же приму с радостью. Поэтому буду принимать всех. А еще тут здесь фамы тоже есть. Что тут за там тут фама сейчас? Неинтересно. Амазин фама. Кактусы, потом идут булгарины. Акерманы. Так, элита... Братья новики. Новики, точнее. Красиво. Ну окей. Не знаю, может мы какой-то топ попадем. Ну, хз. Попробуем попасть в какой-то топ, конечно. Хотя бы в топ-10 попасть, хотя бы на 10 месте быть. Потому что на 0-1 сервере там очень все туго, на самом деле, с этим. Потому что, блин, на Анашане там все просто собесы делают. Тупо каждая фома там делает собесы. Поэтому, блин, там... Трудно собесы делать. А здесь я так смотрел, что вообще никто собесов фому не делает. Поэтому, я думаю, будет заебись. Но мы уже тем временем уже почти доехали до Батырева. С красивым дрифтом, пацаны, да. Вот как по мне, блин, вот лучше меня на бэхе никто не ездит. Вот серьезно говорю, бля. Ну, блин, серьезно. Реально. Да. Что-то я сильно себя люблю. Ну ладно, не, ну серьезно, блин, я уже к этой тачке так привык. Я уже 5 лет в КРМП играю и... На этой бэхе ездил, что на чипах, что без, очень много, и вообще просто я на ней идеально езжу. Просто идеально. Я сейчас активно играю на 0-7, пацаны, как вы понимаете. По 0-1 тоже будут видосики, но они будут выходить редко, потому что, ну, блин, я не знаю, что же там снимать на самом деле. Если будут какие-то интересные темы для видосов, то я буду записывать на 0-1. Ну, то есть видосы будут выходить на 0-1. Ну, пореже, потому что, ну, серьезно, я не знаю, я не хочу там какие-то покатушки снимать. Хотя можно было с подписотой... Бля, че я к банку поехал? Ладно, похер, добежим уже. Добежим, добежим и создадим свою фаму. Family, family. Так, погнали, погнали, погнали. Наконец этот день настал, пацаны, день X просто. Так, это фаму создать? Нет, вон, вот это, да. Это все поменялось, ладно. Так, вы действительно хотите создать семью. Стоимость 500 тысяч рублей. Введите название в строку ниже. Так. Может, банда Кирилл Гейм? Давайте, может, банда напишем. Банда. Банда. Потому что, блин, на первом family. Давайте просто банда. Блин, не знаю даже. Может, YouTube написать? Хотя, блин, меня за это могут выебать. Хотя... А ну, еще так вот написать. YouTube. Кирилл Гейм. Можно такое название сделать? Это сильно длинно будет. Мне вот интересно. Во. Банда. YouTube Кирилл Гейм.
Вроде бы все правильно. Так, сейчас я пропишу фам. Ой, фам. Фо. Только я, короче, да. Ну, вроде бы все правильно я создал, короче, фаму свою. Банда Кирилл Гейм. Банда Ютуб. Кирилл Гейм. Вроде бы все правильно написал. Так, закинул две, короче, объявы. Сейчас поедем, сразу забесик сделаем. Замов тоже буду ставить, но только тех, кто реально, блин, будет принимать. Просто зама не надо, пацаны, просить. Кто будет реально принимать людей, делать собесы, тех я буду ставить на замов. А так, блин, просто так на замку давать я не буду. Потому что, ну, смысла в этом нету. Мне же люди какие будут мне помогать. Реально. А просто, блядь, замку получить просто так и, ну, нихера не делать, ну, смысл. Так, какой-то чувак приехал. Александр Кин какой-то. Это кто вообще? Так, увидите, вот название, короче. Вот такой вот. Банда, YouTube, Кирилл Гейм. 3 дня у него, короче, этот иммунитет, чтобы я его не мог выгнать, короче. Не знаю, для чего это сделали, но ладно, пофиг. Проходит собеседование, что банда Кирилл Гейм. Какой чё, блин? Алло. Так, тут уже народ собирается, короче. Нокол кактус какой-то. Кью-кью. Конечно, народу собралось пиздец. 6-го. Как... Олдусира. Пиде, привет тогда. Александр Кинг, привет тебе. Большой просто. Можешь к военке подъехать, я без машины просто. Могу только чуть позже. По-другому никак. Так. 74 у нас. Не знаю, он к нам пойдет, пойдет. 104. Кью-кью. Конечно, нас тут много. Так. Если что, серия. И что, пацаны, серия, короче. Привет Данилу Кактусу и дяде Аркаше. Расим Тагиев, привет тебе. Патрик Морган, привет тебе. Максим Лутяно, привет тебе. Привет дяде Саше Кактусу. Можешь денег дать. Тап, топ зига, скажи. Топ зига. А, Саша Кактус, да, нормальный зига, кстати. И Максим Кактус тоже хороший зига. Так, какой у него там ID 6? Давайте ему 10 тысяч дадим. Привет Максиму Кактусу и Евгению Данилову. Инвайт в РМ обратно. Лол. Меня? Меня? В РМ, блин, я не знаю. Я хз. Лил Харди, привет тебе. Так, короче, пацаны, я в русской мафии. Да. Ну чё, прикольно. Нормально, у нас тут еще собралось людей, так нормально. Я сейчас собесик делаю еще. Ну, неплохой такой скинец. В принципе, да. Даже денег. Ну, подъезжай к Анашану. Ну, блин, конечно, попрошайки такие еще. Мак красава, оскорбление администрации. А, оскорбление игроков. Лол. Хан, 3-4, ламба. Блин, ну, я себе тоже хочу купить либо GTR. Я хочу CR8 вообще здесь купить, на этом сервере. Я хочу CR8 купить на 7-м. Саня топ ЗГА. Это да. И Саня, и Максим Кактус. Топовый ЗГА. Поэтому вот такие вот дела. Ну что ж, думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.